Такое изменчивое уральское лето. Да. В некоторых случаях жара стоит на протяжении 2 месяцев. Но случаи такие редки. Где-то раз-два за 10 лет. И в воду можно залезть, конечно, и на скутере прокатиться. Переменчивая, подчас дождливая погода. Вот реалии южноуральской жизни. Но воскресный дождь с утра не спугнул гонщиков, которые предпочитают выяснять автомобильные отношения не на городских улицах. В этом сугубо магнитогорском приколе есть свой цимус. Это гонки тех, кому не стыдно выехать на старт, на классике, и получить и доставить удовольствие. Под вполне безобидные шутки стартовало практически все отечественное и немного иностранного. И на автомате, и на механке. Причем японский автоматизированный механизм на финише, мягко говоря, удивлял многих. Да, можно и на автомате попрактиковаться на 400 метров. Правда, без фанатизма. А учитывая, что рано или поздно, но механка отомрет или станет такой же редкостью, как гужевой транспорт, выводы делайте сами. Мы с нетерпением ждем 1 июля, когда телевизионная коммерция отомрет, и зритель сквозь пелену сюжетов о открытии магазинов, выставок и прочей лабуды сможет увидеть тех, кто может делать что-то действительно интересное. Ведь только на зрителя мы и рассчитываем, донося по возможности прикольную и полезную информацию. Потому как для нас зритель главный судья, а не те, кто думает, что за мизерную зарплату все журналисты города обязаны целовать пятую точку сильных мира сего.